10 октября, 10:47. Временная записка. В 11:10 у меня начнется пара, по которой будет опрос. Я, как обычно, не готова к этой паре. Каковы ваши ставки, что на меня сегодня будут орать? Я предполагаю, что меня как-нибудь унизит. Поставят 2. Посмотрим, что будет на самом деле. Нерадужное начало. Но, о, вышла преподавательница. Времечко 16:30, 10 октября. Иду за Димкой. Приехала. Сейчас он через полчаса должен, ну, минут через 40 закончить. Вот. И пойду с ним, поеду домой. Пока по магазину похожу. Сейчас хочу пройтись вот туда, на мост. Потому что здесь я не пройду, по тому мосту я идти не хочу. Типа, время есть, почему бы не прогуляться, погода хорошая. Листики тут падают. Доброе утро, всем хорошего дня. Вчера я ничего не снимала, честно говорю. Потому что у меня вчера какой-то был мандраж, не знаю, того. Короче, мне вчера было грустно, я просто смотрела в телевизор пустой и лежала, спала, ничего не читала, меня снова накатило, типа, я ленюсь что-то учить, хотя надо. У меня был вчера весь день, чтобы я что-то переписала по конспектам, но я ничего не переписала. Вот. В общем, и так прошел мой день. Хотя вечер мне Дима очень сильно скрасил, потому что он притащил тортик от Дашки с дня рождения. Мы покушали тортик. Вот, телек вообще не включали. Я немножко прибралась, помыла посуду. Вот, диванчик застелила своим новым, ну не новым, а своим покрывальцем беленьким. Вот, как-то что-то по-новому заиграла. Вот. Что по поводу контактных линз. Я уже говорила о том, что мне тьфу-тьфу как-то прет по поводу учебы, из-за того, что я ничего не учу, но я всегда как-то вот пролетаю, то ли что-то случается, или, ну, вот что-то в этом духе. Так вот, сегодня меня просто не успели спросить. Вот. Я как бы все написала, не знаю откуда, не знаю с какой головы. Чтобы на меня много не смотрели, я вам покажу, что вокруг происходит. Тут, кстати, уточки сидят. Во. Ой, у меня еще фотоаппарат разрядился, просто прекрасно. Вот они. Ой, красоточки какие. Так вот, я что-то написала. Ну, тупо по логике снова. Я иногда прокатываю, у меня еще за счет логики, за счет того, что я там представляю просто это действие и начинаю рассказывать, как я это представляю. Вот, но меня не успели спросить. Поэтому мой опрос, опрос меня, он переносится на другой день. Но есть кое-что, что я сделала. Так как она говорила, что НБ приравнивается двойке, я не хотела выходить, так как изначально говорилось о том, что будет опрос по одному человеку перед всей аудиторией. Я попросила старосту другой группы, типа, поставить мне НБ, как будто меня нету, чтобы она меня не вызывала, и нафиг оно надо, типа, зачем позориться, если можно НБ поставить, и все. Меня, в принципе, никто спрашивать даже не будет. Так вот, мне поставили НБ, хотя на паре-то я была. Вот. Так, мостик такой красивый. Вот, эту МБшку я потом вам введу в кружок, что я присутствовала на уроке, но мне, в принципе, это можно сделать, потому что я староста другой группы, своей. Вот. Ну, в принципе, все. Что я хотела рассказать, что происходит сейчас. Ой, там кто-то идет. Ладно, я выключусь, хорошо? 11 октября, 12:21. Девчонки, всем доброе утро. Добрый день, точнее. Уже сегодня я точно склею кусочки и выставлю уже 3 дня. Хотя 9 числа я вообще ничего не записывала. Не было настроения, но я это уже говорила вчера.
И сегодня мое утро началось в 7 утра. Я поставила стирку, я почему-то не могла больше спать, ибо мы вчера легли очень рано. Еще даже 11 не было, даже половина 11. Мы досмотрели «Чернобыль» второй сезон. Димка уснул. Я что-то поделала, что-то поубирала, по-моему, поскладывала. И тоже легла спать. Вот, проснулась, такая вообще бодрячком. Пошла, поставила стирку, потом снова легла, потом снова проснулась, пошла, помыла кочерышку, сходила... Что я поделала? Что-то тоже складывала. А, или белье. А, развесила стирку, во. Потом опять легла, потом снова проснулась. Уже сделала завтрак, яишенку. Димка сфоткал, у меня нет фотографии, к сожалению. Там я сделала, обжарила тонко ломтики картошки, залила все это яйцом с луком, добавила помидорку на одну сторону, перекинула другую сторону сверху и все это натерла потом сыром и выложила на тарелочку. Вот, Димка сказал, что было очень вкусно. На сегодня у меня планы какие? Ладно, ничего не буду загадывать, потому что у меня сейчас каждый день он какой-то разный. Я не помню, говорила или нет, скорее всего нет, потому что у меня 100 пятниц на неделе. То я переведусь в другой Макдональдс, то я не хочу работать в Макдональдсе. Скорее всего, я уже решила окончательно, что я не хочу больше работать в Макдональдсе. По крайней мере, на данный момент, пока я не попробую что-то другое. Потому что я как девочка... Мне хочется сережки носить, вот у меня их вообще 5, и постоянно их снимать туда-сюда. Мне даже Диана как-то посмеялась, я ее спросила, типа, Диан, ты помнишь, когда я работала в Маке, вот прям 24/7, типа, когда я одевала сережки, она такая, когда мы в душ ходили. Это ужасно. Ногти постоянно под корень отрезанные. Зачем? Я хочу, чтобы у меня были аккуратные руки. Не постоянно работая в перчатках. Дима, кстати, не против того, чтобы я ушла с Мака, потому что у нас реально такой коллектив. Именно вот некоторые люди... Ну, есть просто такие люди, которые любят... Ладно, не будем о плохом, не суть. Я, в общем, заполнила анкету в интернете на сайте. Вот. И мне откликнулись... Один отклик был приглашение от оптики. От хорошей оптики, не в той, в которой я была. Вот, на вакансию оптометрист. То есть по моей профессии это проверка зрения, коррекция, по-моему, подобное. В анкете я не врала, я написала, как есть, что я еще студентка, что у меня нет диплома, что я еще учусь, что режим работы непонятный. По моим парам, типа, вот сегодня у нас сегодня опять нету пар. Вот, отменили. Но мне пришло приглашение. Я еще не отзванивалась. Потому что я на следующей неделе уезжаю, и я сейчас не могу отзвониться, грубо говоря. Потому что там начнется сразу, наверное, практика, если меня позовут на совещание и тому подобное. Вот. А дальше мне пришло приглашение на бариста. Я тоже отправляла анкетку. Я очень много анкет отправляла, но мне вот пришли только вот эти три. Сначала мне позвонили по телефону. Там было что-то обслуживание по номеру. По-моему, я делала в плане в какой-то клинике быть на телефоне, короче, постоянно, оформлять клиентов и тому подобное. Вот мне что-то, как он рассказывал, мне не понравилось. Я такая, нет, мне это не подходит. И бариста в Starbucks, вот, тоже мне пришло приглашение, тоже пока еще не откликалась, потому что я думаю по поводу специальности. Все-таки мне скоро писать диплом, и мне так будет, наверное, проще. Как бы работать по профессии и сразу же писать вот это вот все. Там все равно надо будет учить, там хочешь не хочешь, надо учить. Вот, и одно другому не мешает. Вот, а там уже будем думать. В общем, как-то так обстоят дела. Ничего такого особо нового у меня не происходило. Вот. Сегодня хотела съездить в магазин, типа купить из продуктов что-нибудь, но потом думаю, не. И, скорее всего, в понедельник, как я думаю,
типа, может поехать за телефоном. Вот. Ну, это я еще так просто думаю. В общем, ладно, девчонки, я поставлю фотик на зарядку, потому что он у меня реально сейчас вырубится. Времечко 17:23. Девчонки, знаете, чем я сейчас занимаюсь? У меня тут играет Димка на фоне. Я сейчас сделала вот такие вот красивые, ну, как мне кажется, гренки. Вот они такие вкусненькие. Они на камере такие темные смотрятся. Офигеть. Вот. И я сейчас еще достала все ингредиенты для того, чтобы сделать блинчики. Так что я сейчас буду еще делать блинчики. Вот. Времечко уже ровно 7. Пока у меня есть только греночки, салатик, блинчики. Там у меня варится картоха. Тут я смотрю разные видосики. В комнате я убралась, вытерла пыль, убрала сушилку, разложила все. Вот, так что пока такие вот дела. Не знаю. Может, в магазин схожу, не знаю, успею, не успею. Вообще думаю еще над этим. Так что как-то вот так. Все. Времечко 0:39. А мы сидим возле свечки. Потому что у нас нет интернета. Есть свет, но нет интернета. Мы одичали. Да. Мы уже и покушали. Я начала, кстати, вышивать ёжика бабушки его. Ну вот так наш вечер и проходит. Ночь.